Мы находимся в парке Центрального района. Несмотря на хмурую погоду, здесь очень много людей. Если по какой-то причине вы сегодня пропустили все эти выставки красивых аниматоров, показываем и рассказываем. Тут в районе 200 цветов. Да, они абсолютно разные, и закреплять их было довольно-таки сложно. Вы не боитесь растаять возле Ярилы? Нет, потому что Ярила... Он сделал мне как бы указ, что если я влюблюсь, то тогда только растаю. Вот, пока что не влюбилась. А вот здесь у нас на выставке цветов медики-рукодельники, наверное, все медики-рукодельники. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы продемонстрировать, что наши медицинские работники, не только опытные врачи и медицинские сестры, но в то же время обычные люди, которые выращивают вот такой вот замечательный урожай на своих дачах и огородах. Вы пропагандируете здоровый образ жизни, но здесь у вас только вкусной еды, блинчики, тортики, всякие разные салаты, огурчики. Человек каждый может себе позволить, он этого достоин, жить здесь и сейчас, питаться вкусно, правильно. Здравствуйте! Расскажите, что потом получится из этого вот обыкновенного бревна? Теща. Что? Теща. 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 Теща из бревна. Пилить, пока она сырая. А вы свою тещу не пилите? А я в разводе. Сколько надо глины, чтобы обернуть меня глиной? Чтобы вас? Ну, так намазать или вообще упаковать? Упаковать, да. Ну, в смысле, вообще и в нос запихать. Ну, 60 кг. А, кстати, вы, наверное, как вот ремесленник, гончар, вы, наверное... Согласны с тем, что женщина – это священный сосуд? Первый раз слышите. Ну что, сосуд, да. Это была лишь одна локация дня города. Надеемся, что сегодня во всех районах Барнаула было так же весело. Ну или хотя бы никто не остался разочарованным. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.